подшивка сделана в Польше. Так что собираем польскую Икею в Америке. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Сегодня у нас продолжается икейный влог. Так, ну, переходим к более интересным, я думаю, сложным вещам. Это наши шкафчики. Так, ну, я даже не знаю, с чего начать распаковывать. Зайка, план. Идеи есть? Нет? Да просто план. Просто разобрать, блин, на ДСП, да, блин, я увидел белое и испугался, но белое это, блин, чё? Белое это, наверное, это. Это, ты понял, да? Ага, понял. Это шуфлядки. Или что, я не знаю, что это. Что это белое? Не поняли сразу. Короче, легкое, покрыто, чем-то покрыто, не знаю, какой-то наклеен какой-то. Может не то пластик, быть? Не то что, но это, короче, вот такое вот тонкое ДСП. Надо выложить. Я аккуратненько. Еще две таких же пластины тонкого ДСП. Это какие-то, я не знаю, что это даже. Так, вот такой нам вот пакет. Надо, чтобы классное было такое коричневый цвет. Да, нас интересует коричневый цвет, сейчас мы увидим. Успеем вынесет вот тут. Нет. Это, наверное, не тот цвет, который мы ожидали, да? Но он не такой коричневый, конечно. Блин, а где-нибудь написано, какой это цвет? Это вот пластик. Короче, тут дофига будет мелких изделий, в смысле деталей. Я постараюсь. Сейчас мы посмотрим по большой. Блин, мне кажется, они черные. Нет, это темно-коричневый, Сережа. Да? Пойдем на солнце посмотрим. Ну, если ты смотришь прямо, то оно... А ты смотри на них, за это как на коричневый. Тебе уже нравится? Мне нравится. Ну, он очень права. Коричневый. Оно такое шоколад черный. Горький шоколад. Очень, да, очень горький шоколад. И судя по тому, что мне это собирать, он офигенно горький, блин. Не, ну, ой, да ладно, черный. Мне кажется, я бы смогла собрать уж. Нет. Нет, ну я думаю, что мы сможем собрать. Я не думаю, я знаю, что мы сможем. Ну, блин. Так, 2, 4. Много деталей. Зачем мы тренажер собрали? Чего? 8. Блин, тренажер был железный. А это ДСП. А что это ДСП? Это, Антоша, самый плохой строительный материал. Опа! Это меня прям чуть-чуть испугало. А, это эти штучки. Эти штучки, в которые можешь показать, которые будут ложиться. А это вот, наверное, полочки для больших полочек и для маленьких. И вот она уже, смотри. Зай, вот, ну подожди. Что было по краям покоцанная. Ой, ну ладно, не посчитай. Смотри, у нас же стол тоже ДСП. ДСП. Ну и да что, ладно. У него износостойкость вон какая. Так, короче, убираем мусор. Начинаем выбирать. Меня интересует цвет. Сереж, он коричневый. Я без очков не прочитаю. Я прочитаю, Антоша, иди помоги, папа, почитай. Читай, извините. Я даже не знаю, где здесь читать. Давай я почитаю. Отключаю? Может... Да. Короче, я взял в руки камеру, а Маришка взялась за сборку мебели. Я как-то ей решил доверить ей этот процесс. Ну, отложи это куда-то, это не отложи. На столик я просто положи, Антоша. В общем, у нас есть инструкция, у нас есть куча деталей. И очень много энтузиазма от того, кто хотел эти тумбочки. Ну, наверное, я буду тоже помогать. А ну-ка, покажи мне вон ту. Надо крестовинка. Идентичная или нет? Давай посмотрим. Вот вторую. Да. Блин, тут тоже вон, смотри, откоцано. Но это внутренняя часть. Блин, зараза. А покажи мне вон ту доску. Такую? Вот длинную? Эту, да. Да. Короткую? Мне длинная нужна. Вот эта вот. Сережечка, вот которая длинная, но не длинная. Узкая. Ну. Держи. Я сначала здесь подумал, что это здесь... Это зад. Это, Антоша, типа... Окей, я взял, посмотрел и... Вырез под плинтус. Я прям испугался на момент. Они
Так, я пойду возьму отвертки. Короче, вот твое дело, зайка, вот шуруповертом вот так вот это вот крутить, хорошо? Шуруповертить. А почему дырки гораздо меньше, чем... А, ну логично что-то. Так. Так, короче, сынок, у нас есть шуруповерт, у нас есть набор головок и пара отверток. И, Антошечка, знаешь что? Давай мне вот две вот эти... А, ты снимаешь? Да. Мама. Оп. Их два? А что, я голтую. Так, несколько дай отверток. Котенок, дай. На. Зайка, с этим надо быть очень осторожным. Я знаю, что оно очень хрупкое. Так что вот с этим делать? Это уже закрутить надо? Да, закрутить вот в эти вот маленькие дырочки. Okay. И вот это. Может, их сразу на клей закручивать? Да нет. Для надежности. Подожди, а вот этот вот стол игровой мы тоже собирали полностью? Тоже сами собирали. Он тоже как набор был, конструктор. Угу. Вообще ничего побудь собрано не было, да? Ну, были большие вот такие детали, типа, ну, сама столешница футболок, например. Не, ну понятно. Ну, короче, набор досок был, который мы скручивали. Интересно, да? Нет. А, кстати, нам в Икее не предложили собрать, да? Услугу такую. Да, нам не говорили. Что... Странно, потому что, мне кажется, они могли бы предложить. Мы бы, конечно, все равно отказались, но по факту, что... Они что, берут и спрашивают? Предложено не было. Они могли предложить, надо ли вам сборка, типа, и прислать мастера, чтобы собрать. Угу. А это вставляется уже все хорошо, да? Угу. Зайка, не вверх ногами, не путаешься? Угу. Там это, типа, две дырочки, да? Да. Так, ну все, я одну свинтил. Так мы уже с большего как-то к чему-то подходим. А это, наверное, дверки широкие, да? Да. Сережечка, вот эти штучки вкручивай в эти штучки. Еще и они закручиваться должны? Да. Оп. Вот, короче, вот а эти... потому что твоя рука, может быть, начнет болеть. Моя? Ну. Ну нет, Антош, тут очень мало рисунок закручивать. Номер три. Но шуруповертом я боюсь, потому что... Что за дело и что? Он просто повыкручивает, повыдирает все в хлам. Так вот, ты не сбивай мою эту. А, я не сбиваю. Ну, ты закручивай. Ну, я двигаю, как мне удобно было. А, вот она. А у тебя еще где-нибудь есть такая штучка? В общем, когда солнце село, оно стало более коричневое. Но, тем не менее, оно все равно очень темно-коричневое. Очень горький шоколад. Ну, смотри, как ты смотришь на его. Вот откуда так, я смотрю, оно очень горячее. Как на коричневый. Короче, я бы не сказал, что это браун. Я бы сказал, что это горький шоколад. Вот. Ну, учитывая того, что, то, что телевизор черный, то, в принципе, терпеть можно. Но он не всегда черный. Ну да, он ты иногда... можешь включить его и уменять. Иногда он цвета PlayStation бывает. Да? Я понимаю, шутка. И, в общем, цвета PlayStation он бывает... 99% своей жизни. Да, в общем, Антоша, как-то вот накручивается. Зайка, очень осторожно ставь вот это дело. А чпок все стоит. Чпок, не балуйся мне. Подожди, оно что, не закручивается там ничем? Сейчас вот эту будем закручивать. А, вот там есть, да? Так вот это надо сразу закручивать. Ты то закрути, что надо, что ты не закручиваешь. Сейчас все закручу. А, ну я тогда не буду торопиться, да? Да, это, потому что так лучше не ставить. Оно очень стрёмно, эта фигня. Хорошо, я пока штучки эти вставлю просто. Подожди, ну полотики таких штучек сколько должно? Каких? Вот таких. Ну вот их две, наверное, одна внизу, одна вверху. Ну хорошо. А, я понимаю, это посередине. Ты иногда, Антоша, ты... показывай меня лицо, маму лицо. Да, показывай. Особенно маму, потому что мама мозг. Этого Lego Construction. А это без штучки. А это со штучкой. За это очень аккуратно вставляете дюбеля, потому что потом их вы не достанете, если что.
Это тебе, знаешь, не это самое. Не это он, не это там. Я не сбивай мне с картинки. Как скажете, генерал, блин, картинка. Давай, закручивай остальное. А чего ты шуруповертом не шуруповертишь? Зай, я боюсь, что шуруповертом тут, понимаешь, потом можно садить на клей. А что это? Не, оно, видишь, оно закручивается, типа, нетрудно, ну да, его, немало. Понимаешь, это ДСП, и шуруповерт лишнего нажал, резьбу сорвал. Так, Антош, давай еще и вот это положим, чтобы оно у нас лежало так, как... Красиво. Ну, чтобы ориентироваться. Ты можешь, Антош, и так вот издалека поснимать, как, типа, я закручиваю. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну не так уже далеко, ты и так далеко от нас. Да, сними с меня волосы. Ну так это больше эпик. Да, эпично. Так, сейчас можешь остановить и потом опять включить, потому что... Так, мы должны вот сделать то, что я говорю. Чего? Зай, не оставляй, так давай я сразу буду закручивать. Ну подожди, там на инструкции, не мешай. Ну давай я закручу по одной каждую, вернее, зайка. Я буду закручивать, они будут... Следующая страничка, закручиваем. Короче, блин, рождение нового американца. Интересно. Все по инструкции. А как нарисовано страница? Вот я чуть не могу понять, как вставлять. Оно... Вот так, что ли? Да, и вот. Прокручивается, и зажимает. Обычно это бывает металлическое, но тут почему-то пластмассовое, да? Все, видишь, оно зафиксировалось. Блин, я очень не люблю эти соединения, вообще. А мне не нравится, что вот это, она как-то... А теперь она прям стоит. Почему она начала гулять? Она ровно стоит? Ну, теперь... Она подтянулась, что ли? Получается, она криво стояла? Ну, она очень криво стояла. Сейчас ровно все? Да, все ровно. Если мне не так. Можно попросить ваши ножки подвигать. Ну. Теперь нужно взять аккуратно эту и положить наверх. Наверх, да, прикрыть. И тоже закрутить. Вот я говорю, убери нож, дай. Что убери? Я ножом вообще не работаю. А вот смотри, у тебя потерялся саморезик. Так. Ну давай. Теперь надо накрыть. Аккуратно накроем. Вот эти чпок. Я понял, начпокнуть. Давай. Зайка, направляй. С другой стороны. Две попали? Да. А тут что не попало? Где? Сильно не попало? Подвинуть надо или что? Или ударить? Зай, не делай так аккуратно, пожалуйста. Стой. Да я вообще там дырку не вижу. Все хорошо. Ее надо, понимаешь, ее нельзя вправо-влево вшатать, потому что это разваливание ДСП, это все. Его потом не починишь. На, крути. Блин, мы почти собрали тумбочку. Ё-моё. Это богу. Подожди, а задняя спинка где? Вот здесь может быть вот так. Я пока вообще не вижу. Тут должен был быть картон, потому что... А ты уверен, что там ничего? В наших вариантах, в советских, всегда было хорошее ДВП, а в икеевской обычно сзади стоит картон. Ну, смотрите, вот здесь оно вот так идет. Это крышка, это нет. Серёжа, может быть, там спинки нету? Она просто... Дышит? Дышит, это же обувница. Блин, ну она для жесткости нужна. Спинка дает жесткость всегда. Ну тут как бы... Как бы, да? Ну мы всегда можем им позвонить и спросить, что как делать. А в инструкции нету ничего? Мы еще до туда не дошли. Не, просто по деталям, зайка, что там? Она такая маленькая? Или это... Так, да? Общие планы перед нас, мама, вот как мама смотрит. Такая маленькая? Не, зайка, там где опись деталей. Посмотри, я смотрела, где опись деталей. Нету тут описи деталей. В самом начале, вот видишь, да, нету типа... тут ничего, к стенке просто приставить. Это. И все, и пошел. Ну, у меня же к стенке то самое, что очень сильно. Ну, нету.
Но ведь оно будет дышать. Ну, чтобы она не задохнулась. И вот ты ее прям к стенке прикручиваешь, видишь? Что там, нарисовано даже куда прикрутить? Да, через вот эти штуки. А что ли, если мы не хотели бы к стенке? Что мы захотели? Так, ну все, тогда проверяем эти штуки. Подожди, мы остановились на номере 7. Давай номер 8 делать. Где вот... Зайка, дай я дожму все. Теперь мы должны ее открыть. Самое. Так мы сейчас ее поставим уже. Вот сюда. Нет. Да. Зай, мы ее поставим на ноги. Серёж, мне это же вверх ногами низ. Да. Ну какой вот... низ, зайка? Вот низ, вот плинтуса. Так, это короче, нарисовано вверх. Вот так. Ставь так. Зай, не иди против этой самой инструкции. Системы. Ты сломаешь? Покажи мне, где нарисовано. Ну вот, вверх ногами ставится она сюда. Что случилось? Ты включил? Да. Ну, включай. Четыре. Так давай уже аккуратно подвинем. Давай я буду подниматься, а ты вставлять, потому что будет, что будет. Давай я буду вставлять, а ты подниматься. Ну, потому что у меня может не получиться, и ты будешь потом... Так, я уже вижу, что вот дырки там, где дырки. Ну, оно не лезет. Все лезет, зайка. Знаешь, как в том анекдоте, в сметану. Сметана идет. Помочи, он говорит, не лезет в банку. Фу, кот. Знаешь. Есть такой анекдот. Я попрошу эти анекдоты оставить на вечерний просмотр фильма. А почему нельзя было поставить, держать на ногах и поставить крышу сверху, как нормально? Потому что это фики. Она бы тогда не стала? Может, это так с Уильям делать, потому что... Так. Ну, что я могу сказать по поводу сборки? Я скажу честно, что я боялся что и думал, будет сложно. Нафига я ждала до какого-то дня, пока ты был на работе, надо было собрать и все. Потому что если ну, в общем, что... да, могла бы сама собрать и не компостировалась мужу мозги. Первый год, когда Сережа вообще подожди, сразу... Подожди, давай это расскажем, камеру возьмем, сядем, сделаем паузу. Не, почему не здесь? Так мы здесь. Когда здесь акшен идет, дома. Акшен. Я сама меняла головку на кране, и вот этот шланг я умею, я могу. Я умею, я могу. Я и сантехник, и... Дай. Короче, я, честно говоря, думал, будет сложнее, потому что, ну, я не люблю, я... Не люблю собирать вот эту мебель из ДСП. Она меня пугает тем, что это такой материал ненадежный. Так вот. И, в общем, я доволен, что Маришка с этим справилась. И я сожалею, что она не сделала это, как она говорит, сама без меня. Палочки не вставили. Давай это вырежем. Включил? Да. Короче, косяк на производстве. Ну, это косяк в инструкции, знаешь, а не на производстве. Косяк в инструкции. А там дырочки были для палочек? Дырочки были, но я подумала, что они на всякий случай сделали запасные. Лишние запасные дырочки. Короче, генератор идей дал сбой. Подожди, сейчас надо аккуратно ее поднять, попробовать. Опа! Ох, нам смотри, я чпок в дырочку быстренько вставлю. Короче, мама вставляет дюбеля. А что это дюбеля, я не знаю. Ну, это вот эти вот деревянные такие, Антоша, вот такие вот, видишь, шпоньки. Это деревянные шпоньки. Дюбеля – это деревянные шпоньки. Так, сейчас мы это хотим аккуратно одеть. Зай, ну попадает? Я вижу, эта сторона отпала, а эту немножко направь, как-то она где-то чуть-чуть есть, да? Ты сильно? Ну все, косяк был несложный, не страшно. То есть большего так терпимо. Потому что они должны делать хорошую инструкцию. Да, в инструкции я немножко. Считаю. А этот IKEA, весь furniture Swedish? Всю мебель что? Ну, из Sweden делают. Ну, Sweden от Кэстона. Нет, это сделано в Польше. Мама прочитала. Ну, правда, там написано, что в Польше. В общем, Польша, конечно, блин, прикольно. В Америку поставляет... Не понял. ...свою эту самую икеевскую мебель. Это прикольно. А, здесь типа по желанию трудящихся в любое место можно вбить вот эти вот штучки. А что? Антош, нам нужен молоток еще.
Давай зайдем. Мама уже тут как-то даже прицелила. Ну я не знаю, я просто так прицелю. Ну покажи свой потом молоток Джеймса Бонда. Опа. Опа. Ой, и там прям опа. Нет. Ну ты ж молоток показывай. Ну в общем это мне подарил друг, когда мы приехали, сказал, на, пользуйся. Так я не понял, где еще одна? Вот, у меня в руках одна. Типа говорит, в хозяйстве пригодится. Раз. Все. Да, ну почти. Нам надо теперь... Они так хорошо чувствуются. Это пластик, Антош. Нам надо собрать двери, на которых, собственно, будет установлена сама система для хранения, ну, короче, обуви, вот эти полочки такие, которые будут чик-чик-чик-чик. Чик-чирик. Чтобы я позакручивал, да? Ну да. Вот, закручивай потом следующую. Зай, может, я не тышу упадет? Подходящую. Все. Держи. Так, попробуем шуруповертом. Кстати, шуруповерт куплен на бонусы из магазина Shopway, про который мы вам рассказывали. То есть, можно сказать, достался практически, практически даром за то, что я на Uber катаюсь. И вот эти вот набор сверел, бит, тоже оттуда же. Будет вставляться вот так, знаете. Вот так вот, видишь, вставляется, да. И сюда упирается. Это мы вставим, когда соберем. Когда дверь повесим. А куда дверь вообще как вешается? Ну, вот эти вещи. Это вот мы еще до туда не дошли. Вот это, меня вот пугает. Это. Вот это. Вот здесь. Или вот это. Вот здесь такая маленькая вещь, она как мячик. И ты сможешь вот так. Отсюда какая? Вот. Они же, наверное, какие-то правые вот. Делали. Все, одна дверка готова. Зай, давай. Зай, так мы не той стороной прикрутим. Нет. Зай, ну что не той стороной? Смотри. Милый, как не той стороной? И что? Написано вставь? Ну, как бы да. Может, их развести надо? Вот она типа даже. Ты мне объясни, как она будет вешаться на шкафчик? Зайка, мы еще до этого не дошли. А, вот эти дырки. Оно, наверное, на дырки повесит. Ну, вот это, что я имел. Вот это а вещь. Где? Сумарин, сокет. Где? Вот. Да. Это сокет. Потому что меня механизм этот тоже мурлит. Ну все! Вешаем? Ну нет же еще, Сереж. Подожди. Зай, давай видишь. Сережа. Так, прикрутил. Теперь сейчас берем самую. Ремонтируй эту самую коробку. Самую тоненькую и вставляем ее. Ее тоже закручивать надо, да? Да. Тарам-тарам, тарам-тарам.
Саша, я не буду спрашивать. Вот здесь дырочка. Так? Ты ж мне дала саморезик. Вот у меня есть. Короче, хорошо, что я не стал долбаться и решил все-таки послушать тебя и перейти на дрел. Так, если ты сувьетью большую, мы можем... Ставить потом. Да, ее рекомендуют повесить, а потом здесь, вот видишь, можно эту более узкую, допустим, сделать. Ну, короче, решить, как ты, какая обувь у тебя где будет стоять. Тут есть три варианта. Да. Так что, вешаем? Подожди, это не то. Ну давай повесим, а потом решим. А, вот, Тони. Давай. Давай. А, надо перевернуть ее все-таки, наверное. Короче, вот получилась такая вот дверка. Типа хлебница, типа газетница. Можно я использовать взять отдельно, так сказать, вот. А теперь, Сереж, ее нужно положить вот так. Перевернуть. Или положить вот на бок. Вот этим вот, чтобы сверху было. Сверху или снизу? Сверху. Зачем? Зайду так нарисовано. Как скажешь. Марин. Положи. И теперь вот так вот сделаю, как у меня нарисовано. Как? Вставить? Сунь ее как-то так чпок. Но это типа как будто у нас нижняя, да? Так подожди, сначала она верхняя всовывается. Ну, нарисовано. Вот сюда. А, туда всовывается? Вот сюда? Да. И что делать? Ну, она ни за что не цепляется. Вообще задавно, там цепи... Ну, все, да, ты прав, но они не цепляются. Она должна вот за это, вот смотри. За что? А, ну про это я и заговорила. Да. Угу. Вот так вот тяни. Куда? Антош, подожди. Куда подсунуть? Там, вот эта маленькая вещь. Поднимай, Сонь. Там дырка какая-то или что? Она не дырка. Отпусти, дай я посмотрю. Дай пусти шкаф, пожалуйста. Сереж, ну... А, вот я вижу, где надо. Вот здесь. Тут мячик надо как-то затолкать. Или эту вещь затолкать. Это для того, чтобы там полочка ходила. Ну, и тут мячик разрешает полочке идти. Если так понятно мячиком. Саш, что ты делаешь? Не до мячика. Ковыряем вон то, что сверху. Мячик. Команда технологов зашла в творческий тупик. Что мы пропускаем какую-то важную. Так чем-то закрутить все-таки, наверное, надо. Наверное, поставить, а потом закрутить чем-то через что-то. Не, надо. Надо вон тот мячик подвести. А можно я поставлю? Наша цель, короче, да. А. Вот, чтобы вот это вот. Щель здесь должна быть сверху? Или это у нас вниз? Вот вверх. То был вниз. Щель, по-моему, должна быть. Верни назад еще. Ну, верни назад. Ну, дай я посмотрю. Ну, вот. Я просто хочу посмотреть. И там ее вот этой штукой прикрутим. Вот, смотри.
Если у нас должна быть щель сверху, то тогда все в порядке. Ну, щель должна быть. Вставляем. Ты же за нее типа браться будешь. Вот, когда наше это здесь становится, мы вставляем вот эти белые штучки вот сюда. И белые штучки написано без шуруповерта, вот этими шурупами. Ну, так вот. Это же другое дело. При шурупе. Так а что ты сразу про эти штучки не говорила? Ну, вот почему-то я забыла, что как бы там щель такая. Ну, вот, короче. Давай штучку. Все, наконец-то проблема решена. Это недоработка технологической схемы, так сказать, мне чтобы кажется, просто, ну, по легкости собрать. Показать, наверное, что за что должно быть, да? Ну, я как-то там в дырочку не попадаю. Там вообще что за дырочка? Маленькая такая. Ты уверена, что этими? Да. Ну так я попал без этой. Может, как-то на весу немножко держать? Подожди, вот, смотри. Вот, зайка, смотри, если вот так вот держу, оно типа как под наклоном, смотри. Держи, держи. Тогда дырочка в центре оказывается. Вот. Блин, ну это, короче, вообще ненадежная конструкция. Такая дверка висит на таких, блин, двух фиговинах. Саша, аккуратно. Я аккуратно. Ну, типа одна готова. Вот все, окей, Саша, поаккуратнее. Саша, лучше молотком удирай вещь. Тебя положи, тут, достань тут. Готово. Теперь надо вторую собрать. Зайка. Работай. Саша, ты меня не понял, да? О, сейчас мне какого-то. Ты лучше на вторую, да? Угу. Короче, подвешивается вся эта полка. Полная обуви. Ну, Зай, ну ты ж не будешь туда ботинки такие ставить. По факту ставить. На двух саморезах. Но мне это не нравится. Давай вот этот сначала. Ну, по факту полка висит на двух саморезах, понимаешь, Зайка? Угу. Как бы мне это вообще не нравится. Но! Если оно сломается, то можно насквозь просверлить и повесить на двух нормальных болтах. И будет работать. Извини. Так, я не понял, почему Сашу? Не хватает. Саша? Короче, вот яркий пример ребенка, который постоянно сидит в планшете и изучает какие-то научные передачи. Потом ему с картоном поиграть, блин. Милое дело. Да, Саш, мило. Ты там, да, ты там я Саше хочу что-то показать. Я мое имя пишу. Саша, смотри, дай мне на минуту. Угу. Ты берешь вот так. Угу. Большое дело. Не, и потом дай мне. Ну, вот так. Надо, я просто... Да, не надо, я наверное, на фильм. Сейчас бы в Одноклассниках написали, а вот в наше время дети свое имя на заборе писали. А в Америке, блин, бедные, на коробке, блин, гвоздиком выцарапывают. Зай, подожди, дай прочекаюсь. Чик. 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 Вот упал. Чик. 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 Здесь уже у нас по отработанной схеме по легкой, да? Well, okay, that's a total S. Молодец. Да. Только ты чуть-чуть сломалась. Но тут SH. Вот не получилось. Я вижу.
Упрись там, пожалуйста, с той стороны, чтобы она не ехала. Дай-ка. Давай. Другой. Тоже упирайся. Все. А, еще одна. Есть. Да, я смотрю. Ты там упирайся с той стороны. Готово? Да, теперь. Осталось там закрутить. Где? А, так там подожди. А, мы вон там закрутим все дырочки. Я думал, железные. Ну, слабовато, конечно, слабовато. Да, без разницы, где я суну, она все равно станет. А, не рекомендую. Возможно, она могла бы и встать, но она не стала. Саш, лучше не уроняй, тут молоток, может, лезем, может, тебя набрать. Я буду поддерживать. Вот, стоит. Фу. Что, готово? Закручиваем. А чем я там закручивал? Просто открой. Крестовинки там, покажи какой. Ну, крестик. А, блин, что ты мне так сама смотри, куда не стою. Не попадает. Вау, что это? Ну так, это готово. Так я всем покажу. Там ничего не покажем, потому что ничего не видно. Нет, это зажато. Короче, и это зажато. Ты можешь показать, когда я ее буду сюда вставлять, когда будет видно. Короче, видеоинструкция по сбору тумбочки. Как она называется? Блиса? Зай, отодвинься и подвинь шкаф, а то я не стану между тренажерами. Блиса, буса. Зай, посмотри, как она называется, пожалуйста, на лице. Вон, биса. Биса, да, биса. Видеоинструкция по сборку икеевской тумбочки для мебели. Надо приподнять. Биса. Приподнять, чтобы попасть. Не попадает у меня почему-то. Я не чувствую, чтобы я попал в дырочку. Давай, подержи, нарисую. А? Ну, ее же как-то как на весу немножко надо держать. Может, наоборот опустить? Ну, вот вообще, это как будто... Ну, она там есть. Такое ощущение, что как будто наоборот надо на весу держать шуфлядку. Ну, хочет. Нет, шкафчик. Зай, голову, пожалуйста. Не засовывай туда. Ну, она все равно ложит голову. Смотри. Зай. Ну ты, я в твою макушку буду закручивать. Или что? Я ж не вижу ничего. И так нифига не видно. Еще твоя макушка маячит. Вот, я все. Тебе помочь хочу. Так я знаю, что ты хочешь помочь. Ты и так молодец. Все собрала сама. Я бы без тебя, блин, с ней, наверное, да, встречал ты... рассвет. Я не люблю разбираться в инструкциях, а без инструкции ее не собрать. К сожалению. И это 100%, ее бы не собрал без инструкции. К сожалению. Ну, вот и скорее всего, что-нибудь другое свое построил. То есть я бы вот каркас собрал, но вот это вот все эти подвесы, блин. Не хватает двух ширинчиков. Пускай продают новое. Да? Так, а куда дюбель не вставили? Это запасной? Каких тебе шурупчиков не хватает? Написано, смотри, что вот здесь, когда мы выберем, в каком положении мы будем ставить для обуви, ее тоже нужно зафиксировать. И два, чтобы в стенку вкрутить. Ну, в стенку мы, наверное, вкрутим на более большие, да? Такие, чтобы соседи вешали ключи. С той стороны, можно сумку пришел с магазина, повесил.
Открыл дверь, забрал. Боба Грушеплан. Ты хоть видишь, что ты снимаешь? Ты так... Не, не так вижу. Подожди, а куда вкручивать еще? Все. Если я сейчас начну подниматься, она откроется. Да ладно. Она открывается. А почему? Из нее не выглядит. Теперь... Теперь у меня есть моя игрушка. Антоша. Желательно сразу не снимать. Что-то она немножко тормозит. Все нормально. Где она тормозит? Покажи. В пластике? Ну это нормально. Она хорошо закрывает. Это даже хорошо. А почему это так не фиксируется? Так, давай сразу решим. В общем, вот. Главное, что мы смотрим. Практически готов. Зай, мне кажется, ее фиксировать не надо. Ее надо ложить. Ну, я бы положу на самую маленькую. Какую ты хочешь? Я бы положу на да, давай вот сверху сделаем, будут твои балетки, например, стоять. Угу. Ты хочешь ее зафиксировать вот здесь, да? Ее можно зафиксировать. Ну, мне кажется, нужно. Она стоит хорошо. Вдруг тебе надо переставить. Ты взял и переставил. Мне кажется... Ты взял, открутил, и я переставил. Не, если хочешь, мы сейчас давай. И нужны большие шурупы, чтобы к стенке приделать. Ну, к стенке мы будем приделывать, когда вторую соберем и выкинем. Сейчас эти уберем, куда мы будем приделывать? А, ну так. Ну. Отходи, упирайся с той стороны, пожалуйста. Я закрою. Я вот тебе две, как они называются, мог бы использовать для своего диванчика-мящичка. Нет, Антош, мы не будем его использовать для твоего диванчика, извини, милый. Зай, я сам ставлю, пожалуйста. Ты уже все, что можно, ты сделала. Так сказать, дави профессионалу. Закрутку последнего самореза. Хорошо? Это что, последний? Да. Нет, сейчас мы еще два. Потом еще четыре. Типа у нас еще шесть. Так, готово. И эту хочешь зафиксировать? Может, ее в серединке лучше делать? Я бы положу на самый маленький. Вот, наверное, самый нижний. Так ты считаешь, Антош? Не, на самый нижний. Я бы сделал вот так, потому что, знаешь, у тебя куча балеток, а у нас куча кроссовок. Хорошо. Понимаешь? А, типа мы будем и твои на тонкие ложить? Балетки сверху стоят, а мои... Мы будем на это да, а наши кроссовки снизу. Я бы... Окей. Или как-то наоборот. Сашка, достань, пожалуйста, мне подожди, кроссовки. Или да, я посмотрю. Пусти, достань тут самореза. Мамные кроссовки достань. Ну, любую да? Мамину обувь. Сыпаться не мамину будет с нас. Мамину не надо. С нас не будет сыпаться. Достань Антошины кроссовки. Сашин и что? Мои кроссовки самые первые. Офигеть. Офигеть, Антоша, ну тебе вообще повезло. Ладно. Ну, короче, зимние высокие детские кроссовки не ставят. Так подожди, мы можем их положить. Нет, а вот те высокие, как кожаные. Ну что, в кожаных теперь будем идти? По-моему, живые остались только одни, или они станут. А если не станут, значит, одну сделаем без этой перегородки. Угу. Саша, убираем. Спасибо за это. Саш, можешь их просто оставить? Все? Спасибо, милаша. Ну как? Ну мне нравится, конечно. Я думаю, это хорошо, но я боюсь, что Саше это никогда не случится. Но Саше случится, думаю, взрослые будут это лучше открывать. Не переживай. Я не буду тебе 13 лет, рискую, открываю. Не, ну Саша. Не, я и Катарина, я думаю, мы без проблем сможем. Ну Саша, я так сильно... А ты как старший, да, будешь помогать Саше? Складывайте. Давайте вторую. Ну, в общем, вот, так сказать, в полный рост. Становись, зайка. Короче, она получается до пояса. Вот так. О, вот сейчас ты влазишь с ней. Смотрите, сейчас мы ее в стенке перебинтим. Примонтуем. И все. Ну, цвет немножко не такой. Такой, Сереженька, ты привыкнешь. Все, мы переходим ко второй. Вот так смотрится собранная тумбочка. Мы ее прикрутили к стенке. Ну, вот так, собственно, она работает. Одна полочка. И вторая. Оказалось, достаточно удобная конструкция. Очень вместительная.
Вот, наверное.